Стоит ли взамен деревянного построить каменный златоглавый храм? Тема возведения новой церкви на проспекте 50-летия в ЛКСМ бурно обсуждается в Ульяновске. Проще говоря, прихожанам святыня не нужна, но что думают остальные? Сотрудники аппарата общественной палаты приступили к опросу жителей Засвияжи. Сергей Терехин призвал ульяновцев не бояться интервьюеров. Я вот еще раз обращаю внимание жителей, чтобы не пугались, что если от аппарата общественной палаты приходит специалист с опросом, чтобы они понимали, какой это опрос. Напомним, в пятницу проходил сход граждан, где они высказывали свои мнения по поводу возможного возведения нового храма Александра Невского. Прихожане ныне действующей церкви, конечно же, мечтают о расширении. Они утверждают, что приход с трудом умещается в тесном бревенчатом здании. Очень много народа у нас, и тесно, и батюшке очень сложно молиться в таком маленьком храме. Люди потеют, понимаете, очень душно у нас. Когда мы узнали, что этот храм будет, мы настолько обрадовались, настолько... Ну, и вы знаете, это культурное место будет, в общем-то. И самое главное, что оно никого не затрагивает. Вот сейчас вот эта вот стройка, она же ничего не затрагивает. Я просто поражаюсь, почему это такое противостояние. Очень много сейчас приходит с маленькими новорожденными детьми. Поэтому большая у нас потребность в расширении, чтобы храм был большой. Очень хочется, чтобы была воскресная школа, чтобы был психолог семейный православный. В социальных сетях появлялись сообщения о возможных акциях протеста против строительства храма. Конечно же, среди горожан нашлись и несогласные. Кто-то волнуется о вырубленных деревьях, кому-то жаль места на территории. Соцопрос проходил в минувшие выходные и продлится еще несколько дней. Как считает руководство общественной палаты, мнение 500 респондентов будет достаточно, чтобы принять верное решение. Виктория Чиркова, новости Ульяновской правды.